Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про 5 самых прибыльных монстров из игры «Мои поющие монстры». Все монеты в минуту взяты с первого уровня и минимальной радости. Пятое место – это сезонные монстры, которые дают 8 монет в минуту и занимают всего одну кровать замка. Четвертое место – это четырехэлементные, которые дают 12 монет, но занимают 4 кровати. Третье место – это эфирные монстры, дающие 14 монет в минуту, но занимающие 5 кроватей. Второе место – это карабас, дающий 15 монет и занимающий 6 кроватей. И самые прибыльные монстры – первое место – это славуны. 16 монет в минуту, всего одна кровать, но они слишком дорогие, что делает их менее выгодными. Если посмотреть на ценность монстров, то мы поймем, что на самом деле лучше всего четырехэлементные, ведь их можно легко сделать. Стоит еще обратить внимание на то, что редкие дают больше денег, чем обычные, а эпические еще больше. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.